9 октября в спорткомплексе «Олимпийский» состоится бой столетия. Пройдет состязание между Александром Поветкиным и Владимиром Кличко. Ставки уже вовсю принимают букмекерские конторы, ну а мы решили прибегнуть к помощи нашего редакционного краба. Его, кстати, зовут Путин. В одном углу ринга у нас находится Владимир Кличко, в другом, соответственно, Александр Поветкин. И сейчас мы выпустим нашего Путина на ринг, и в какую сторону он побежит, в сторону какого спортсмена, тот, наверное, и победит в субботнем матче. Нравится мне это. Ай, Сёма, он вышел! Так. This is the moment we've all been waiting for the thousands in attendance and the millions watching around the world. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Смотри, он второй раз, он упал и второй раз пошел туда же. Ну, я думаю, что точно победа будет за Поветкиным.